Сегодня за одну 10 и 30 минут участники челленджа будут строить то, что им выберет колесо по новогодней теме. А сейчас вы идете в свои круги, в которых вы будете творить свои шедевры. Вот, все, все встали по своим кругам, и колесо выбирает тему. Вы будете строить подарок! Вам нужно построить подарок за одну минуту. Какой же подарок получится за одну минуту? Все, минута прошла, заканчиваем строить. Давайте смотреть и оценивать постройки. Вот это постройка Сондера, подарок такой. Ну что, вроде прикольный. А что внутри, интересно? Внутри ничего нету. А теперь все ставим оценки. Так, 48,5 очков. Видишь, у тебя поднялась платформа на 5 делений. Хорошо. Это чей подарок? А, это Ватушка построил. Смотрите, этот подарок красивый. И он даже чуть больше тут деталей. А теперь все ставим оценки. Здесь у нас уже два подарка, и оба они наравне стоят. Ну, давайте идемте дальше. Это чей подарок? Мой, это ВК-билдера. Ну, смотрите, этот подарок довольно большой, но у него какая-то непонятная квадратная штука наверху. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на 4. Мой. Это твой? Ну, смотрите, он маленький. У него есть полоски, но. У него нет бантик. Оцениваем. Ты тоже поднимаешься на 4. Это подарок Агуши. Тут вообще ничего нету. Красиво, но коробка открыта, и в нее можно посмотреть, что она пустая. А в тени нельзя было. Но поэтому... подарков нету. Да, подарков нету, это обидно. Ставим оценки. Агуша, ты поднимаешься ниже всех. Но если ты на следующем раунде получишь 60 очков, то ты поднимешься выше. Это самый большой подарок за сегодня. Если он большой, то это заслуживает бонусных баллов. Также у него есть бантик повернутый, хотя я видел, как это он сделал после строительства. Но сам подарок большой и красивый. Давайте оценим. 5. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься тоже на 5. Это были все подарки за одну минуту. И можете посмотреть, как поднялись ваши платформы. Теперь постройки за 10 минут, там вы уже сможете сделать какой-то механизм или что-то подобное. Я кручу колесо. И теперь будет, мне кажется, либо ёлка, либо самовар. Ёлка! Время пошло, у вас есть 10 минут. Прошли 10 минут, и вот елки за 10 минут. Давайте их оценивать. Это елка, которую построил Сондер. Здесь у нас есть сама елка, снег, сугробы и гирлянды на палках. Ну ладно, давайте оценивать. Пишем оценки. Твоя платформа поднялась выше ВК. Всех. Вообще. Дальше ВК-билдер, и это его елка. На ней есть звезда, конфеты, торты, подарки. Ой, я такой подарок себе не... И эта елка вообще вся полностью квадратная. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на 4 этажа. Тут елка работает, у нее загораются огни, они выключаются. Это построил фал-портал, это очень круто. Смотрите, у нее включаются, выключаются. Хотя елка не такая-то уж и красивая, но тут такой крутой механизм. Давайте оценивать. Механизм очень сложно делать за 10 минут. Ты поднимаешься на целых 5 этажей. Это елка, которую построил Агуша. Смотрите, она какая симметричная. Но ее стебель состоит из чего? Из обработанной деревяшки. Ну ладно, допустим, этого не видно. Но елка довольно красивая. А теперь все ставим оценки. Ты поднимаешься на 4. И последняя постройка это паштета. Тут есть елка без механизмов. Смотрите, здесь на полу есть снег. И он круглый. Также здесь есть всякие игрушки. Она круглая. Ну, вообще такая елка, короче. Оцениваем. Ты тоже поднимаешься довольно высоко. Смотри, ты на уровне с Сондером прям. Видишь, на одном уровне. И давайте устроим финальный раунд, где вы будете строить постройки. И за 30 минут я кручу колесо. Оно останавливается и... И сейчас строится.
Снеговик. 30 минут на постройку снеговика. Этого должно хватить. Ну ладно, давайте смотреть ваших снеговиков. Первая постройка, которую мы посмотрим, это Сондер. Но его платформа настолько высокая, что я туда даже не запрыгну. Вау! А почему он круглый, не знаю, но он красивый. Здесь есть такой большой леденец. А, ну ладно. Здесь, как я не буду на него обращать внимание, он же такой большой. Здесь много всякого снега. И также сам снеговик. У него такая морковка, такая... прикольное. Такое прикольное выражение лица, шляпка и леденец. Давайте оценивать. Ты, у тебя до 60 очков, конечно, не поднялось, но это чуть больше 55, так что мы округляем, и я тебя поднимаю сегодня в первый раз на 6. А, тебе не хватило 3 делений до максимальных очков. Ну, это, конечно, много. Смотри, у тебя пока самая высокая башня из всех, видишь? Хорошо, хорошо. Так, это у нас построил ватрушка. Так, тут написано, типа, снеговик из смешариков. Это не какашки на палке, это метла. А, ну да, мы так и подумали. Здесь у нас есть фейерверки, снег и сам снеговик из смешариков. Давайте оценим. Морковка из дерева какая-то. Странно, ладно. А теперь все ставим оценки. Очков. Давайте. О, давайте его взорвем, Лень. Отходи. Ходим. Зачем вы хотите взорвать? Такой. Да. Ладно. Ну, сразу как поднялся высоко. Дальше постройка ВК билдера. Можно я на нее залезу? Ого, там был салют. Круто. Здесь у нас снеговик, у которого моя кепочка. Как у меня. Я более гениального не видел. Круг на квадратах. Да, кстати. Ну, у него есть моя шапка. Также елки вокруг. Давайте оценим. Я тебя поднимаю на 5 очков вверх. Так, с Новым годом! И запускается салют. Почти у всех салют запускается, кроме Сондер. У меня украл, нет. Вообще-то здесь намного красивее, чем у тебя, так что ты украл. Да. Я плюс гирлянды. Да, еще метла красивая. О, это на майнкрафтовского, да, похоже, смотрите? Это у меня есть. А, да. С Новым годом! Здесь играет разный свет, и это... А теперь все ставим оценки. О, ты вообще такой высокий. Так, дальше постройка Агуши. Это намек на то, что ух покажет лицо. И тут показано, что у снеговика срезана тыква. У него рука двигается. У него есть кепочка моя. Он срезал тыкву. Что делать? Намек какой-то. Также у него здесь поднимается рука. Я ставлю 10. Поднимаешься довольно высоко. Ну, я вижу, платформы довольно высоко поднялись. И даже без оценки снеговика паштета, он довольно высоко стоит. Давайте смотрите оценим. На снеговика паштета. Во-первых, тут он сделал снег. А во-вторых, посмотрите, он идеально круглый. Он такой прекрасный. Маленький, миленький. У него такие глазки, такой ротик. Давайте оценивать. Я ставлю 10. Все. Все получили оценки, все поднялись довольно высоко. Давайте сейчас измерим, кто выше всех. 12 десятков здесь есть. Измеряем вот эту. Тут только на одну больше. 13. Здесь 15. Так, а здесь у нас что? 13. Так, здесь у нас только на одну больше. 16. Так, и теперь паштета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У паштета 18. Паштет получил больше всех этих десятков очков. Ну, короче, у паштета самая высокая башня. Молодец. Мы должны закончить видео на летающих снеговиках, потому что это весело. На этом это видео будет заканчиваться. Спасибо за участие в Ватрушке, Фауперталу, Сондеру, Локобилдеру, Гуше. А! Почему ты такой тяжелый паштет, нам больно. Вот прошлая часть этой рубрики. Ну а с вами был Ух Геймс. Всем пока.
Ой, сейчас будет плохо.